Всем привет, с вами Рейвен, и сегодня мы продолжим проходить игру под названием The Walking Dead. Второй сезон, четвертый эпизод, под названием Среди Руин. Одна тут кровью, что ли, обмазалась. Ладно, начать. Посмотрим, что нас ждет. Ранее. I wasn't truthful when I came across y'all at the lodge. Now folks are dead, and I can't help but feel I'm to blame. Fucker. No! No! Stop me! Kenny! Kenny! When you cover yourself in their smell, rub the walker guts all over you. They can't tell you from one of them. You just have to keep calm and make sure you're good and covered. Go on. You don't need to see this. I'm not going anywhere. А, да, я решил ей руку отрубить. Это все из-за этой тупорылой Сары. Случилось. Бедный Кенни. Опять потерял свою женщину. Ну или она будет без руки. Ну блин, долбанная Сара, ее убить мало. Ты. Не очень помогло, понятно. Сарита? Нет. Куда ты, Кенни? Сарита? Кенни! Нет, ты не можешь умереть. Я не дам тебе умереть. Нам нужно идти. Их слишком много. Ну же, детка. Его укусили. Я должна была это сделать. Как ты посмела клянуть ему? Ты не должна была прикрыть Кенни. Я хочу снова остаться один. Зарубить ее можно, но без тебя не справимся. Тебе нужно отпустить ее. Кенни это запомнит. Прости меня, я люблю тебя. Ну, черт возьми, пошли уже. У тебя не было права, извините, никакого права. Я попасть не могу. Вниз. Иду за Сарой, Люк. Долбанная школьница, лучше бы она сдохла, надо бы ей по ноге зарядить топором. Потому что это та еще сволочь. Я руку слабо убрал. Минус рука, гной. Нас он, наверное, не заметил, пробежал мимо из-за этого. Сзади. Вставай. О, она решила побольше себе намазать. Потому что они стали на нее лезть. Давай молчать будем. Они нас скинули, поэтому толку говорить. Зомбаков еще привлекать. Хватит. Слава богу. Не смогла никого найти. Я знаю, что нам делать.
Нам нужно продолжать идти. Смотри, хотите, еще идут к магазину. Мы сможем выбраться, если будем держаться вместе. Я рада, что ты здесь. Все будет хорошо. Мы выберемся. Хорошо. Нам нужно найти способ добраться до остальных. Может, где-то есть просвет? Видишь что-нибудь? Хоть что-нибудь. Клем, надо спешить. Сюда. Черт, вернись обратно. Джейн. Джейн, слава богу. Тихо, успокойся. Нужно идти медленно, тогда все будет хорошо. Я не смогу, ты должна нам помочь, пожалуйста. Нам нельзя собираться в группу, будет лучше, если мы разделимся, с вами все будет в порядке. Нет, ты не понимаешь, помоги нам. Хорошо, разделимся. Я не могу бежать с ребенком в моем положении. Я сказал идти медленно. Будешь бежать, умрешь. Черт. Нам нужно пробраться через это стадо ходячих. Их слишком много. Можем сделать отбойник. Скажи, что мне делать. Вот, этот достаточно легкий. Я обойду его, тебе нужно привлечь ее внимание. Эй, ты, быдло. Поговори с ней. Теперь ты больше никого не укусишь, верно? За мной. Держитесь рядом, если отстанете, я не смогу вернуться за вами. Мишон так же делала. Не отставайте. У нее было два зомбака. Но это тоже неплохо. Почему только никто еще в спину нам не выстрелил? С крыши-то идем. Ни нам, ни нашим друзьям. Среди руин. Хочешь поговорить с ней? Ты в порядке? Нет, я не в порядке. Но мне станет лучше, когда мы доберемся до остальных. Нужно убедиться, что все выжили. Люк, Сара, Кенни. Господи, а что если они погибли? Долбанная Сара, кому она нужна? Она только проблемы доставляет, она не готова вообще к этому миру. Если они погибли, мы в этом не виноваты. Не смей так говорить. Ладно, прости. Боже, я даже не знаю, в безопасности ли мы. Что если стадо все еще идет за нами? С нами все будет в порядке. По крайней мере, мы в безопасности, наверное. Нам нужно двигаться в темпе. Я знаю, просто... Я иду так быстро, как могу. Я знаю, что должна быть рада, что мы сбежали, но я не могу перестать думать.
Потом это было глупо. Побег — это глупо? Слушайте, я знаю, что мы все решили выбраться, используя стадо, но... Может быть, нам стоило быть более темпераментными? План сработал. План сработал. Мы выбрались. Большинство из нас. Слушайте, я понимаю, что некоторые из ваших не выбрались, но Карвер был сумасшедшим. Оставшись там, вы бы только оттягивали неизбежное. Я хочу сказать, что если бы вы не запаниковали, то все закончилось бы гораздо лучше. Конечно, мы запаниковали. Мы были напуганы. План был хорош, а вот исполнение подкачало. Слушай, почему ты говоришь, что это была их вина? Что нет, нет, я не это имел в виду. Это Сара виновата, надо ее замочить за это. Дуру эту. Мне нужно остановиться, она мне вообще не нравится. Простите, я не хочу нас задерживать. Но можно и передохнуть? Yeah. Конечно, спеши. Спасибо. Элвин должен быть здесь. Элвин это... Ребек, с тобой все будет хорошо? Что ты собираешься с ним делать? Что ты имеешь в виду? Прости, просто поддержу разговор, забей. Нет, что ты имел в виду? С кем? С моим ребенком? Я просто рассматриваю худшее развитие событий. Вы с Клем сами ребенка не вырастите. Не здесь. Мы не можем бросить его. Эй, ты что, не говорила, что стоит его бросать? Я просто говорю, что иногда ты не сможешь защитить тех, кого пожелаешь. Ты думаешь, я не смогу присмотреть за ним? То, что ты злая одиночка, которая пофиг на остальных, кроме себя, не знаешь, что ты лучше меня. Эй, я сталкивалась с этим, когда все это началось, мы с моей сестрой. Что, она погибла? Мне не нужна твоя жалость. Ты не... You don't have the ты не имеешь right. права. Джейн! Shit, I didn't mean it. Блин, я не хотела. Shit. Джейн, Jane, подожди. Wait. Damn it. Черт подери. Она достала выпендривать этот негритянка, ты не можешь? I know. Боже, я знаю, они скоро будут. Oh, если бы не эта Джейн, она бы сдохла. Там с своим ребенком все так долго. Вас так долго не было. Начали думать, что больше никто не придет. Ну, кроме. Как Кенни? Мне все равно эту Ребекку. Я пытался поговорить с Кенни, но он накинулся на меня. Начал орать. Было жутко. Я знаю, что он это не со зла, но было страшно. Я боюсь к нему приближаться. Что, думаешь, он тебя пристрелит? Если учесть его состояние, я не знаю, может, он действует нерационально. Нам нужен Кенни. Клем, я подумал, раз ты здесь, то... Может, ты пойдешь и поговоришь с ним? Хорошо. Может, он поймет нас. Сарита, господи, где бы ты ни была, прошу прости меня, я не могу снова быть один. Привет, Кенни. Думаешь, я не знаю, о чем вы все там шептались? Что не так с Кенни? Почему он себя так ведет? Думаешь, с Кенни все в порядке? Это все, что я сейчас слышу ото всех. Я волнуюсь за тебя. Волнуешься, да? Это милость с твоей стороны, учитывая, что это в первую очередь твоя вина. Я ничего не могла сделать. Учитывая то, как обстоят дела, я бы и правда предпочел, чтобы ты ничего не делала. Я
Я пытался спасти ее. Думаешь, если ты маленькая девочка, значит тебе можно убивать людей, и всем будет похер? Думаешь, что ты скажешь прости, и все про это забудут? Ты ошибаешься. А теперь уйди отсюда, оставь меня в покое. Я схожу с ума от того, что сижу без дела. Дай ему время, Майк, еще рано. Клем, как все прошло? Он очень зол на меня. Клем, ты же не думала, что он будет спокоен? После всего, через что он прошел, по крайней мере, старалась. И все же это не помогло нам придумать, что делать дальше. У нас нет ни еды, ни воды, становится охрененно холодно. Да, и уже темнеет. Как придут остальные, они скажут, что делать. Люк что-нибудь придумает. Мы думали, что план придумает Кенни. Майк, Бонни. Майк прав, нельзя сидеть сложа руки. Дела идут по шею, к тому же скоро у вас появится ребенок. Нам нужно идти дальше. Может, стоит идти дальше и найти его? Можете отдохнуть пару минут, мы с Клем разведаем местность и вернемся. Просто убедитесь, что готовы идти, когда мы придем. Все хотят со мной поговорить. Ребекка, если что-то пойдет не так, у тебя есть чем защитить себя. Есть вот это. Ты же не думаешь, что мне придется? Не знаю, но тебе лучше держать этот револьвер под рукой. Пойдем, Клем. Я буду с тобой откровенна. Идти дальше смысла нет. Да, и ты должна понимать, что вероятность найти твоих друзей очень мала. Ты права. Да, так что... Я хотел поговорить с тобой вдали от остальных. Ты бы не пришла так долго, если бы была глупой, но все же я просто хочу тебя предупредить. Твоя группа разваливается, я видел такое раньше. Ну и выживать одно куда проще. Ты понимаешь, о чем я? Они хорошие люди. Но у них есть кое-какие проблемы. Я не всегда согласна с тем, что они говорят или делают. Я тоже. Посмотри на Кенни. Для группы он невероятная обуза. Да и положение Ребекки только все усугубляет. Как тебе удавалось выжить одной? Конечно нет. На одной мне было лучше. Я просто хочу предупредить тебя об этом. Скажу честно, мне нравится твоя группа, но она разваливается. Скоро начнут умирать люди. Тогда зачем ты взяла меня с собой? Я просто хочу научить тебя выживать. Например, твоя куртка, она теплая, но ходячая и без труда ее прокусит. Моя сестра Джейми была кожаная куртка. Жаль, что больше ее у меня нет. Ты бы могла... Что случилось с ней? Похоже, мы всегда говорим о смерти, не так ли? Знаешь, быть старшей сестрой — это весело.
Мне нравилось делать разные пакости. Какие? Ну, знаешь, прятать ее игрушки, издеваться над ее прической, делать ей плохую прическу. Немерено. Намеренно. Однажды я приклеил к ее волосам жвачку, наверное, я зря это сделала. Зачем ты делал все это? Что мне еще было делать? Она думала, что я ее лучшая подруга, а я пользовалась случаем. Каждое лето мы ездили в Вирджилию, в парк развлечений. Но больше всего мне не нравилось чудо. Боже, а то, что никто не знал, где мы, и я притворялась, что мы не сестры. Мы просто друзья. Отличный джекпот. Наверное, у этих ходячих есть что-то ценное. Ты не хочешь их сначала? Ну, отлично. Я про это и говорил. Давай обыщем. Но ты ведь знаешь почему? Только потому, что они здесь недавно. Взгляни. Старых ходячих можешь не трогать, у них ты найдешь лишь кредитки и сломанные пейджеры. Но эти стали ходячими недавно, раньше они были выжившими, у них может быть что-то полезное. Посмотри, что у него есть, а я обыщу этого. Ну давай посмотрим сначала карман куртки. Ну ничего, что здесь ограда какая-то. Спасибо. Твоя группа и правда постоянно ругается. Раньше я была с другой группой. С ней было лучше. Наверное. Там меня и научили так стричься. Оставь себе, сейчас патроны, трудно найти, а ходячих меньше не становится. Всего лишь два патрона. Нашла что-нибудь? Мусор. Мусор, просто мусор. Да ты говоришь, как подросток. Это все. Пилочка для ногтей очень полезная штука. С ее помощью можно заточить нож и развести костер. Джейми всегда носила пилочку в своей сумочке, а я лично колола об нее руку. В таких вещах нельзя быть уверенным. Помоги-ка мне. Не, ну она делает все правильно. Потому что многие просто сначала лезут, а потом отхватывают от зомби. Ее очки. Похоже, что твоей подруги больше нет, к счастью. Это еще не значит, что она погибла. Не обнадеживай себя. Ну да, она вообще выживать не умела. Слушай, Клем, я знаю, чего ты от меня ждешь, но... Сара, черт тебя подери. Черт. Ладно, идем, нам нужно пробраться внутрь. Похоже, что там можно пройти. Слушай, мы найдем их, но... Все может закончиться... Не так хорошо, как ты думаешь. Ты готов к тому, что может там найти? Думаю, да. Я надеюсь на это. Они могут быть живы. Живы, но им там не сладко. Это твой топор. Он легко застревает. Из-за него ты можешь погибнуть. Вот, возьми ее. Отвертка. Она эффективнее. Мы справимся. Обучает ее всему. Может, она считает ее... Может, Клем напоминает ей ее сестру? Время идет. Я готова. Знаю, нам нужно осмотреться.
Это возьмешь на себя ближнего, а я перепрыгну через ограду и замочу дальнего. Ну же. Неплохо. Ты можешь себе постоять. А теперь смотри. Это неплохое дополнение к арсеналу. Сначала сделай ему подсечку, а когда он упадет, добей его ударом в голову. Ладно, посмотрим, сколько их там. Ну, двое. Это будет непросто. Блин, надо было его добить, я так и знал. Я двоих замочил, ты сделал подсечку. Красава. Эх, там целая куча. Там много ходячих. Похоже, что они чем-то заняты. Знаешь, что привлекает внимание мертвецов? Люди. Как нам пробраться внутрь? Если мы достаточно пошумим, то сможем отвлечь ходячих. А затем мы отправимся в тот трейлер и найдем твоих друзей. Да, это сработает. Отлично. Что может привлечь их внимание? Я тебя прикрою. Да там тачка есть. Давай посигналим. Нам же ее показали. Ключей нет. Может, ее надо подогнать ближе? Потому что... Ну да. Отлично, нам надо сделать так, чтобы он продолжал гудеть. Может, там палкой какую-нибудь зажать? Ну стоп. Может, надо сначала посмотреть, то что ключей нет. И она скажет, что надо их найти. И будет обыскивать зомби. Или типа того. Что скажешь? Давай положим его голову на руль. Как-то лег на пламя. Помоги мне. Ну, можно и так, конечно. Работает. Скорее. Коленка. Идем. Черт, живы за мной. А кто его убрал-то оттуда? Закрыто. Придумай что-нибудь.
Эй, ребята, вы там? Думаю, что они это услышали. Я задержу их, а ты придумай, как открыть дверь. Скорее. Стоп. Думаю, на этом можно закончить. Только мы шкаф вот сейчас свалим. Сара, пожалуйста. Пока.